Да тут уже. Почти пришли. Если там нет никакой женщины, которая заказала это платье, один удар, и ты сам сможешь его носить. Полегче. Деваха там точно есть. Паша? А ты что тут делаешь? Паш, кто там? О, а вот и деваха. Тоже там шурум-бурумит. Как тебе такие нормальные отношения, а? Паш, прости, пожалуйста. Чего? Это не то, о чем ты подумал. Так, стопэ. Это его фраза. Это он меня сюда привел. Мы уже уходим, можете продолжать. Дома поговорим. Стопэ, Танюх! Танюх, стопэ! Какой дом, о чем поговорим? Что происходит вообще? У нас свободные отношения, он может спать с кем угодно. И я тоже. И нам не надо врать, как другие. Да вы что, гоните? Ну это неправильно. Вам сказки читали в детстве? Что-то я не помню, что Белоснежка со всеми гномами мутила. Слышь, ты гном, вот лезть в чужие отношения, вот это неправильно. Везет же людям. Так, давай уже. Модный синдикат. С понедельника по четверг в 19:00. То есть деваха на стороне — это норм? А покер — проблема? На СТС.